В Москве состоится фестиваль пристройства «Тыквы и коты». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. РИА Новости сообщает, что 27 октября в пространстве Куб дизайн-завода «Флакон» состоится фестиваль «Тыквы и коты». На фестивале можно будет забрать домой животные из приюта. Посетители увидят 50 кошек, котов и котят. В программу фестиваля входят бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, различные конкурсы и лотереи. Также будут работать благотворительный маркет интересных вещей и фудкорт. Первые 100 посетителей получат в подарок тыквенный сок. Также на фестивале будут приниматься подарки для животных, которые находятся на попечении фонда Рэй. Вход бесплатный, но по заранее полученным билетам. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы и не только на сайте mmsk.online. Всего доброго!